Ванагила, друзья, с вами Берди Буч. Если честно, то меня Шерман уже немного достали. Хотите качать США? Шерманы, Шерманы, Шерманы. Хотите купить редкий прем СССР или Германии? Шерманы. Надоело катать Кромвель? Можете взять Шерман. Постойте, вышла свежайшая ветка Франции. И Шерманы. Нет, мы, конечно, понимаем, что Шерманы выпускались в огромных количествах и где только не воевали. Но все-таки не кажется ли вам, что немного гайдзины с ними перебарщивают? В любой непонятной ситуации добавляй ветку Шерман. Достаточно говнистый подход, скажу я вам. Однако же, давайте разберемся, так ли хороши эти самые Шерманы. Я таки считаю, что это золотая середина. Без них в игре было бы скучновато. Все бы катались на пазиках и 34-ках, ибо Кромвели все-таки не конкурент. С другой стороны, среди них есть куча унылых тарантаек, но нет ни одного выдающегося. Да, есть Джамбо, но то ли из моей рукожопости, то ли из-за того, что я всегда на нем попадаю на дно списка, но я в эти самые джамбики не смог, о чем вам честно и заявляю. Хотя статка на них в целом середнячок, это я про Thunderskill, но очень много людей, по крайней мере в моем окружении, заявляют, что Джамбо имба. В каком именно месте имба, сие мне неведомо. Я эти ваши джамбо в передний каток шатал. Кстати, сам господин БВВД заявлял, что он разберется с этой проблемой, но никаких новостей я по этому поводу до сих пор не слышал. Поправьте, если я не прав. Не так давно я катался со своим товарищем, и мы сошлись во мнении, что Шерманы очень приятные противники. Нет с ними таких эмоций вроде «блядь, сука, там КВ» или «бля, ну там тигр». Но это если вы не в топе, а если вы на Центурионе, то вам пох, какой там тигр, пигр, шмигр. Но вернемся к предмету. Почти всегда есть что-то вроде «да там Шерман, забей». В общем, затащить каточку на шарманки — это большая редкость. Да, они неплохи, но не более. В целом, они почти унылые. Пушки говнистые, едут средние, броня куром насмех, даже у Джамбо. За броневое тоже достаточно говно-говно. Существует ровно два Шермановича, от которых я кайфую. Первый — это Шерман 2 за британцев, который лично у меня очень часто ваншотит вражин. Не знаю, наверное, это баг, и баг намеренный. Второй — М4176, который сидит на 4.7 и мне по каким-то загадочным причинам очень нравится. Ну прямо очень. Остальные Шерманы просто проходняк. Зато очень удобно. Модельки знай себе клепай, чтобы до топов было добираться уж очень долго. А если надоест, то выход есть простой — задонать. Я не против доната, я сам донатер, но когда меня к этому самому донату принуждают, то я начинаю сопротивляться и брыкаться. Остановитесь! Но вряд ли остановятся. Увидим мы еще не один десяток Шерманов. Шерман с пулеметиком, Шерман, блять, с пистолетиком, Шерман с малым каточком, Шерман с большим каточком, Шерман на новой подвеске, Шерман с болванками, Шерман с Буратино на башне, Шерман с Пиноккио, ну и так далее. Рай для любителей шарманок. Хотя я таких не встречал, так-то будучи честным. Однако же, что есть плюс, так это рост скилла, если вы катаете эти аппараты. У вас не получается тащить Аки боженька, потому что это далеко не имбы. Но и жопа еще не горит, потому что это еще и не кактусы. Годные середнячки, но не более. Плюс, конечно же, есть вопросы по заброневому. В игре, по моему скромному мнению, с этим перекос. Игра как бы ратует за историчность, но когда экипаж переживает кучу болванок в еблет, это совсем не исторично, скажу я вам. Я был бы рад, если бы болванкам подняли за броневое, но вряд ли. Наши хотелки лишь хотелками и останутся. Но не все так плохо, как могло показаться. Вполне машинки играбельные, просто не ждите от них никаких чудес, и тогда они вас не разочаруют. Вот такое мнение, друзья. Вступайте в паблик War Thunder Blog, вступайте в мою группу ВКонтакте, ставьте лукасики, подписывайтесь на канал, это, так сказать, всячески приветствуется. С вами был Берди Буч, друзья. До новых встреч. Peace.